Добрый день, сегодня я вам хочу рассказать, как отремонтировать резьбу М8, если она у вас была сорвана, с помощью резьбовых вставок. Это самый простейший способ ремонта. Ремонт производится очень легко. Берется поврежденное отверстие, рассверливается на диаметр непосредственно вставки и просто тупо вкручивается вставка. Потом можно откусить вот этот кусочек последний. И все. Резьба готова. Очень быстрый способ ремонта и надежно. Данная резьба очень плотно держится. Восстановление такое, как будто была заводская, то есть проточка. Не нужно ничего не изобретать. Высверлил, закрутил. Вот этот вот конечек, если глубина не достает конечка, это нужно отрезать. Это, к сожалению, нужен специальный инструмент. Если, например, глубже ее посадить и спокойно, то есть глубина болта позволяет, то можно непосредственно ее не отрезать. Благодарю вас за внимание. До свидания.